Народ, смотрите, вышли вы на шопинг, и так Малёшка в офигении. Сегодня воскресенье, и все закрыто, реально. Вот видите, мол, работает, фудкорты работают, все улицы светлые, по ним гуляют, но все магазины закрыты. Наташа хотела какие-то тапочки себе посмотреть, потом хотели купить колбаску, сырок, смотрите, Carrefour закрыт. Офигеть, просто. Вот внизу все светится, магазины все светятся. И магазины все закрыты. Но фудкорты работают, еда работает спокойно. Еда, все вот вкусняшки работают. Магазины нет вообще просто. Все закрыто. Вот такое воскресенье, смотрите. На Волошиный рынок попали, а вот на шопинг пока нет. Ну, завтра еще нет. Есть немножко времени, мы выезжаем поздно. Так что, может, завтра посмотрим. Да, вот такая фигня, малята. Магазины не работают, покупаем сок, да? Наташа захотела фреш, яблочно-апельсиновый, да? Сколько где-то? 17,50 стоит? 17,50, 300 миллилитров, а 19... Да, 19, ну, в общем, 0,3,17, 50, 0,4,19. Вон все варианты смузи и фреши. И минши. Да, много всего есть. Прикольное такое кафе. Уже мы когда сегодня утром шли, я думала, все работает. А это фудкорты работают. Фудкорты-то работают, да. А магазины нет. Ну, завтра у нас поезд поздно, поэтому вполне возможно, что шопинг состоится. А? Может, ты что-то просишь? Да не, ну понедельник должен работать уже. О, что ты меня снимаешь, да? Все такое прикольное место, как раз на людей смотреть. Ну, сидя, людей много в моле. Почему магазины закрыты? Ну, понимаем, все, теперь это Европа, уже поняли, забыли, что здесь все закрыто, но людей просто море, ну, действительно. Для меня это минус. Вокзал, входят, выходят, есть же фудкорт. Странно. Когда же сказала, ну все, надо в Европу сидеть с семьей в воскресенье. Как сачок? Давай попробуем, да. Смачный. Попробуем. Ну, такой классные места, сели и смотрим на людей. Такое яблочко. Да, сок это, вкусный, да? Все чувствуется. Мне даже кажется, может, грейпфрут такой, апельсин такой, грейпфрутовый, нет? Нет, тут апельсин. Не. Я яблоко чувствую. В общем, киоск популярный, точнее, такая кафешечка с соками. А место хорошее. Да, место прикольное. Сейчас у нас будет зыринг людей. Вот, уже вечером проходим. Называется кухня Польска Джагиенко. Или Ягиенко, да. Вот, в таком красивом здании оно находится. Значит, в воскресенье работает с 10 до 8 вечера. Да, мы уже видели девочку, которая нам компот дала, сказала, та... Берите компот такая, а, ну да, уже один, не буду деньги за вас брать. Я один возле кассы выпила, и да. Можно второй, а другие, она дает это, а Оля уже расплатилась, говорит, а за компот еще заплатила. Так, все, не надо. Ну, добрый, мы а вот памятник Грюнвельду и прекрасный Краков в его вечернем свете. И трамвайчик. Ну что, народ, если нету шопинга, хотя мы с ним посмотрели, мы думали, может, магазины закрылись в 6. Нет, магазины должны работать с 10 до 22, но они не работают. Значит, мы идем гулять. И мы с вами в Барбакане. Это Барбакан. Помните, это въезд в древний Краков, который защищали древние барбаканцы. Ну, шучу, поляки, конечно. Слушай, а мы про этот шопинг, у нас же уже реально деформация. У нас же погулять... пустыне, так это только пойти в магазин. Да, и, у нас, и мы здесь. И вы с нами, как всегда. И мы здесь. Люди вон в церковь ходят, там еще. Они реально возле гор Франциска Святого, и там они такие красивые, одеты на таких дорогих машинах, кабриолетах приезжают. Сейчас придут, послухают, там это, дадут денежку. С семьей посидят, аккуратно не свались сзади это. А мы пойдем погуляем. Да, мы пойдем погуляем, вот Барбаканчик. У нас просто здесь мы в 2 минутах, вот туда вот, вот там вот мы живем, в 2 минутах в отеле Матейка. Там, по-моему, вот посредине. Ну, посредине, в смысле, мы оттуда пришли. Это уже Флорианская улица. Красота. Ну, идемте. Идемте посмотрим. В прошлый раз мы шли оттуда, ели бублики, вы были с нами, заходили в магазишки разные. Бублики до сих пор с нами, наверное. Не, ну бублики. Просто вкусное достояние Кракова и, наверное, всей Польши. Класс. А ты знаешь, вот я вспоминаю у нас бублики, так они вкуснее были. Но я сейчас не знаю, я не ела. Я не могу найти вкусных бубликов сейчас. И в Турции, кстати, тоже. В Стамбуле мы бублики тоже ели. Я ели, но не вкусные. Там вот ешь просто потому, что ешь.
А вот у нас они как-то сдобнее. Понимаешь, насколько я помню. Ой-ой-ой, какой вид. Какой вид. Вот знаменитая Флорианская улица, по которой рекомендуется гулять всем туристам. Рекомендуется. Здесь красиво. Ну, одно из мест, которых вы, скажем, должны посмотреть. Ты как это, знаешь, это так Мариатский дворец. Там были, видео делали. Не, Наташа смеется, но это рекомендации нашего канала. Гуляйте по Флорианской улице. Направо, смотри, какой чувак золотой из вас, как этот. Фантомас. А, это типа Иисус Христос, что тебе понятно? Да вообще отсвечивается, честно. Да? Хорошо отсвечивается. А, это синяя стена. Это искусство, Наташа, это искусство. А я понимаю. А ты мне предлагала еще посмотреть даму с соболем или с чем там, с горностаем, простите. Ух ты. А это что у нас такое? Это всякие скауты. А, это скауты, все. Привет скаутам. Да, обойдем-ка мы лучше скаутов стороной. Просто гуляем с вами. По красивой улице. Погода чудесная. Туфельки. О, вот нормально я стрындела, что шопинга не будет. Ну вот хоть какой-то магазин открыт. И, кстати, сейл, как мы любим шутить, соле. Ну давай, вперед, отлично. Вот хоть что-то здесь открыто, тем более на Флорианской улице. Ну, все, шикарно. Даша говорит, арабы есть, значит, что-то интересное есть. О, Наташа уже туфельки взяла. 199,90, 200. Сейчас посчитаю. Ага, это $50. Ого! Это сколько $50? Покажи. Типа под это. Скажите мне. Под что? Эрмес. Под Эрмес? Да. Ну, может, по мере даже интересно будет. Это же типа распродажа. Подожди, написано распродажа 0,0%. Вы же бесплатно, что ли? То же самое. То есть эти все, наверное, по $50. Ну, не знаю, что тебе сказать. Еще и размеров нет вообще. Это, наверное, распродажа уже. Может, померишь просто сейчас, как он так на ноге смотрится. Значит, что тут? Вот этот верху это кожа, а внутри это не кожа. Вот это не кожа. А вот что? А вот это? Ну, наверное, это кожа, а вот это нет. Ну, не знаю, сейчас что-то понятно. А ну еще расскажи, 259? 260, считай, да? Да. Но тут кожа получается вот эта, и вот эта кожа. И уже 259. А что не кожа? Ну, подошва не кожа. То есть полностью не кожаная? Не, не, ну да. А ну, тогда понятно. Вот ну, так кожа. Правильно, поэтому эти дороже на 65. Ну, что себе, ребята. Не, себе ничего, все в магазину. Видите, вот симпатичный цвет мне нравится. Ну да. А эти сколько стоят? 290? Я не вижу вообще. А ну. 299. 290, а эти 220? 299, 300. Ничего себе, как это? Из-за цвета? Не знаю, наверное. Цвет потрясающий, конечно. Мне нравится. А Наташа говорит, мы в витрине похожие видели в галерее Краковской, которая закрыта ну, сейчас. По-моему, похожие, но черные, по-моему, были. 200 тоже. 200. Тоже $50 где-то. Тоже кожа? Ну, симпатично смотрится, но мне кажется, черные немножко симпатичнее. Не знаю. А, это все испанский новый? Ну, сделано в Испании. Все, Наташа говорит, испанский, я не могу понять, да? Да. Яркенькие, да? Такие, ух. Интересное, что у нас по цене? 291 или 239, непонятно. Угу. Странно, ладно. Да. А, ну, что-то я уже... а вон, бери эти. Я слепки взяла. Штучки. Вот. А, взяла? Я взяла, я умная. Хотя до меня уже тут все, наверное, перемерили. Вот это красивые вообще, смотри. Мне вот эти нравятся. Ага, класс, сколько они стоят, смотри. О. Непонятно, бесценные. Нет, ценные. 269, 270. Такое 293 приписано. Это код, наверное, какой-то. А, все, я поняла. Самый лучший код. Классные. Ну, давайте померяем. Эти сколько? Кожаные, да? Это дорогущие, 260. Ну, так, сумочки всякие еще есть. Что значит распродажа 0%? Ну, писали бы уже 20, 30, это не 0, 50. Это процент. А, просто процент. Я думаю, распродажа 0%. Ой, такие пушики классные. А, класс. Интересные я такие. Вот черные, вот там 259 тоже. Наверное, это тоже... Ой, не тяжелый. Такой, а, ну, тяжелый не надо. Такие эти, как они. Похоже, есть. Да. Это вообще с велосипедом и эти классные цвета. С велосипедом почем?
149, вообще неплохо. Но, наверное, тут ничего кожаного нету. Ну что, вот знак кожи стоит. Вот это значок кожи. Ну так прикольно, но, наверное, тебе неудобно в таких будет. Да я не хочу, я шлепки хочу. Шлепки хочешь, да? Хочу. Ну давай мерить шлепки тогда. Короче, ни дня без шопинга. Ну, наверное, тоже интересно все-таки шопинг смотреть. Как люди что-то приобретают, цены сравнивать, думать, что вы купили. Можно, да, чтобы вы купили. Брелочки какие-то сколько прикольные. Это не пашмина. Пашмина, думаешь, да? Нет. Не знаю, да нет, там полиэстер, но хорошо сделан, мне кажется. Ладно, давай сейчас померим. Давай мерить. Потом... Садись, будем мерить. Кстати, мне белый тоже нравится. Вот эти? Да. Тоже 260, считай. Тоже стоит сколько? $65. Тоже столько же, сколько и вот эти. Нет, я думаю, должно быть соле. Это не может быть. Ну, давай. Сейчас я снимаю. Пройду. Ох. Ну, не знаю даже. Если они будут удобными, ну это классно. Могут и натереть. Могут, может все натереть. Следочки, да? Смотрю просто эти. Красивые. Красивые экземпляры обуви. Ну прикольно, прикольно. Же вот такие калоши интересные. Эх, красота. Калоши. Угу, калошики. Интересно, удобно? Ой. Ну, Малышка, я уже... Так, я извини и прошу прощения. Так, сейчас дам Наташе посмотреть. Слушай, ну просто он в носке так смотрится странно. Честно, он просто смотрится странно в носке. Шлепка в носке. 38-й попросил? Мне кажется, да. Мне кажется, что он маловат. 38-й. Сейчас посмотрим, попросим, извините. О, там еще что-то. Еще, да, там еще есть магазин, по-моему. Ну вот на такой ноге уже на голое оно получше смотрится. Мне кажется, тебе нужно чуть побольше. А вот эта пляжка не очень? Я тебе сейчас дам посмотреть и увидишь. Не то, что там не очень, просто я же говорю, что разные вкусы. Мне, например, нравится всегда простенькое что-то такое. Это не простенько? Ну, не знаю, что ты про бляшку спрашиваешь, я не знаю, что тебе сказать. Надо два поменять. Обязательно. Все узковато. Наташа меряет пока другой, пока мальчик нам несет размер. Девушка. Больше? Ой, девушка. Нет. Я думала, ты мальчика просила, ты девушку попросила. Чудесно. Я 38-й просила, вот это 38-й. Она такой классно смотрится, такой, чего, знаешь, такие, да. Ну, ты видишь, тут лента, это лента. Ну да, оно более хлипкое, думаю. Ну, чего, фокус. Ну, хорошо, давай тот еще раз. А ну, сейчас я хочу в зеркало смотреть. Ну, давай. Тридцать восемь, а как маловатый, да? Ну, потому... Наверное, он узкий. Узкий. А ну. А второй приносят или только первый? Я не знаю. Не, нужно же два померить или нет? И с другой стороны, я их понимаю, они не хотят, чтобы, ну, мало это нога, грибок или что-то еще, как понятно. Они не хотят, чтобы... Хай буду на одной ноге? Нет, они не хотят, чтобы люди носки снимали. Ну, лучше, без носка, да? Он так странно смотрится. А покажи мне еще боком. Ну, этот лучше, мне кажется. То мне кажется, 38-й. Надо погулять в обеих. Ну, в обеих. Да. Не, я хочу этот. Ну, бляшка так оригинальная. Ну, оригинальная вообще, но если обувь тем более испанская, ну, это неплохо. Неплохо, неплохо. Бачишь, оно тут кругленькое. Ты первый взял. Да, тут кругло. Нет, уже мне не нравится. Уже трёт. Режет чешок? Да, вот тут режет. А, видишь, как, да. Тут кругленькое, тут вот таким... Да. И знаешь, что и подошва, да, по-моему, толще. Не помню. А ты можно прийти? Да, первый. Так, оригинально один принесли. Ага. Пока покажу вам вторую комнату. Здесь мужская обувь.
Мне кажется, здесь мужская. Да нет, здесь вот мужская обувь. Поправьте меня. Может, я уже немножко перегуляла сегодня по Кракову. Здесь кроссовочки, такой замшик. Дальше сумочки. Наташа сказала, модельные сумочки. Ну, много-много вариантов. Затормозите меня. Покажу вам, кстати, вот итальянский. А ботиночки, точнее, сандалики, шлепки, которые Наташа меряет, они испанские. Очень много. Мне всегда такие маленькие рюкзачки нравились, такие миленькие. Но елки-палки, у меня ничего не влезет. Даже косметичка моя длиннее, чем этот рюкзачок. Сумочки прикольные. Всякие разные туфельки. Вязаные сумочки. Ананасики. Прикольно. Так, ну да, слушайте, интересный магазин на Флорианской улице. И сейчас тут распродажа. Так что давайте вернемся к Наташе. И надеюсь, возможно, она порадуется сегодняшнему шопингу. Как мы, да? Не ожидали, что шопинг будет, а он есть. Наташа, принесли? А, нет еще? Я уж там прям успела весь этот показать. Отдел. А что ты его разбираешь? Нет, думала, знаешь, а ну, может перестегнуть можно. Открой. Не, можно наверное. Ага. Нет, перестегнуть. Интересно. Это что же? Это кожа здесь. Ну, типа, поэтому они 65 стоят, остальные по 50. А сколько они изначально стоили? Нет там цены? Да. Мы любим отдирать и смотреть. А, ну да, я люблю, знаешь, это когда распродажа, сейл, и там куча налепок. Я такая, знаешь, смотрю одна, потом... Стоили сначала, нет, значит, например, потом... Из последнего было, значит, 19, потом отдираю 99, а потом отдираю 89, я такая, класс. Ты сначала был 89, распродажа 99, потом... А потом 19. Дуже дым, дякуем. Они близнецы? Ну, не знаю. Нет, это 37-е. Выбачте. Нами. What's wrong? Рон Розвер. 60-80. 1,37, 1,38. Принесли. Це пара. Вот уже обе красоты на ногах. Наташа. Принес парень, это 37-й. Я ж снималася. Побачиш, це міряне вже розміряли, а це ще такое дівство. Так що чувствується, що вони. Встань, пройдись. Ні, мені посидіти хорошо. Ой, а смотри, які ці красиві сандалі. А ти покупала сандаліки, да? В прошлый раз в галереї Краковської. Прям Діор. Відео, кстати, якщо не видели, я ставлю в описании. Почем Діор? Не знаю. 260. Ну, $65. Красивий. Да. Слушай, так прикольно, они так что-то здесь в этом. Супинатор? Нет, не супинатор, а вот так оно приятно. Очень приятно. Ну, сейчас. Но если приятно, это хорошо. Помните, сколько мы мерили каких-то тапочек, Наташа хотела, и мы не нашли их в Ильяне. Да, я зрозуміла, про що ти кажеш, про дитину. Интересно, Наташа стоит в одних, берет другие, выбирает третий, как это. Одну ягодку беру, на вторую смотрю, третью примечаю. А почем такая? 380. Ну это... А я вообще влезу? Это почти $100. 95. И это стиль Леди Гага, я бы сказала. Леди Гага на каких-то этих... Ну такой, не шаблонный. Ой, без шаблонов. Ну, не, он прикольный. Я не хочу обидеть Леди Гагу, я обожаю просто. Ну, у нас вот такой вот яркий стиль, такой необычный. Ну, классно, реально. Ну что, девчонки, мальчишки, пишите в комментах, что бы вы выбрали. Ну, это, конечно... Уже удобно. Удобно, да? Ну, вот тут оно, правда, широко типа идет, но прикольно. Приятно, и снимать разрешают, приятно. Ну, в общем, сейчас озвучим, выберет Наташа или нет.
Наташа еще золотые померяла такие. Вот теперь точно вопрос. Народ, не, ну какие? Я хотела черные, да? Реально. Ну тут смотри, черные. Гладкая кожа, а тут такая вот... А мне даже наоборот нравится, что она такая. Мне не, нравится. Я тебя не сбиваю ни в коем случае. Бери, конечно, черные, как, какие хочешь. Мы сейчас я посмотрю. То есть 65,5 долларов мы посчитали. А потом снова пойдем по чудесной Флорианской улице. Наташа еще одни черненькие нашла. Определяется. Кстати, тут распродажи такие себе. Если берешь три пары, третья будет со скидкой 50%. Да? Самая дешевая. Самая дешевая будет со скидкой 50%. А если 50%. Так что это еще и не распродажа. Ну, нет, вот да? Что значит сейл про процентов. 0%. Ты правильно сказала. 0%? Ну как? Нет, мы все-таки больше. Ну вот эти, да. Ты как-то уже на них как бы запала. Нет, не потому, знаешь, что... и косточка тебе удобна здесь, и не режет. Ну, мне кажется, надо вот эти брать. Честно, мне моя косточка никогда не мешала. Да? Меня, ну... А просто ты те одела, одни черных, и сказала, тебе давит чуть-чуть кожа, помнишь? Нет. А, вот сейчас я уже разносила. Уже я разносила? Они как-то более интересные. А эти как-то... Ну, что вы сказали, друзья мои, думаю, надо брать. Наташу заинтересовали такие ремешки еще на сумочке. А что это? Какая? Это текстиль такой плотный. Это кожа. 69 стоит. Это сколько? Ну, сейчас я посчитаю. Мне калькулятор это нужен. Больше сработает. Душе? Да, душе. Ага. Смотрите, какие варианты там вообще. Вот всем, да? Как Наташа рассмотрела. Ой, я... А вон там зеркало. Наташа на сумочку Матео. Мы делали видео, покупали. Матиоли. А, Матиоли, да. Вот я не знаю, она будет красивая или нет? Не знаю. Надо сумочку, чтобы знать. А где же она в Эмиратах осталась? Окей. So this. Потому что стоило очень. Слушай, ну она такая... Прикольная? А сколько стоит там? Сейчас. Так, насчет этого мы подумаем. Да, мы подумаем. А вот это уже стоят наши туфельки. Даже очень цвет нравится, вот такие вот паски называются, да? Ну, пасок, ну, я пасок украинскую, пасок. Класс, это знаешь, такая вот, оно как это, как... Что? Как вышиванка, ну, издалека, да, как вышиванка. Да. А ну, и оно широко, просто в том матиоле очень повернись. Такая... Очень тоненькая, она тебе режет. Ну, прикольно, ну, купи, порадуй себя. Визер, вон, компенсацию давно тебе отправил. Так. А ну, Наташ, еще раз. А, еще, а я уже отстегнула. А, не, ну красиво, красиво. Да, сейчас видео посмотришь и подумаешь. Что это такое? А, чеки так прям завернули красиво. Наташ, ну, показывай покупки давай. Так, ну что посылать? Как коробочка просто. У меня с коробочкой. То есть Наташа взяла эти прикольные... Не, ну это прикольные шлепочки и такую... Пасочек такую. Шлёпку. Ну, я даже не знаю. Ну, шлейку на сумочку. Я просто только пересмотрела в интернете, я не видела, вот именно, чтобы фиолетовая была. Классный. Видишь, как? Отлично. Видите, как? Не хотели, не хотели, а шопинг получился. До свидания, девчонки. Все. И вот Флорианская улица. Красота. Всем спасибо, всем пока. Спасибо, что смотрели видео, прогулялись и по улочке немножко, и шопинг удался. И опять снова шопинг. Все. Желаем всем добра и шопинга, да? Ну, здорово. Вот это вот. Спасибо. Все.